Всем привет, зрители и подписчики наших каналов. С вами Артур, Шустрила и Джек Шепард, Грибок Джек. Я только что написал, где же наша Волга в чат, и мне кажется, мы должны убегать отсюда. Ребят, поздоровайтесь и уходим. Привет, валим. Ребята. Да. Валим мы к Блэк Лейку. К озеру Блэк. А Блэк, у тебя там припаркованы машины или нет? Я не знаю. Мне кажется, у меня там целый палаточный лобби. С Блэк Джеком и Шустрилой. Ага. Нормально так. Короче, этот машину сперли в предыдущей части. Мы убили двух снайперов. Ну, один из них вроде как ушел. Но я думал, он появится весь в кровище. Как девочка. И будет ждать самоубития. Я не знаю, я никогда этими логами не пользовался. Это, по-моему, тупо. Убого. И... Весь интерес к игре пропадает, во-первых, во-вторых. Ну, у тех, кто этим не пользуется. Это просто убого. Да. Я могу потерять свой лут, и должен выйти из игры. Ну ладно, я думаю, что пара свинцовых пуль у него в заднице, и мы еще... Рано или поздно свою он получит. Да, в любом случае. Может радоваться сейчас тому, что он испортил свою игру. Так, мы пришли. А, супер. Где там УАЗик именно? Я думаю, нам надо Артуру слева, тебе по центру, не справа обойти. И что, друг друга пристрелить, да? Да. Здесь кто-то сидит. Я уже стрелял все его. По твоей наводке. По моей наводке. Ну, Шустриле очень понравилось. Лучше, мне кажется, хорошо, что я хоть кого-то заметил. Другое дело, что это был свой. Я просто кусок мяса, бегающий с вами сегодня. Да, это сидит. Так, подождите меня, я со своей стороны иду. Но я от вас довольно сильно отдалился. Сама мобич, где ты? Я вас вижу, вы просто постойте маленько. Стою. Ну, то есть видел. Жду вас. Чуть-чуть далеко в лесок. Вернусь сейчас вам. Дождик идет, видимость поменьше стала. Дождь, отстой. Я видел, вы зашли в лес. Вот, я вижу, что стрелу. А Артур прямо за тобой должен бежать сейчас. Сейчас из елок выйдет, я думаю. О! Так, все, ребята. Какой поворот. Опять заяц. Какой поворот. Да. А ты, Шустрил, у нас что в предыдущей серии? Не попал-то ни в кого. Косой, ты у нас тоже отстой. Все, все отстойники, кроме Джека. Джек всех убил. Ага, Джек. Джек только что нашу позицию спалил. Ну Джек, ладно. Ты отстой. И ты меня заставил по человеку стрелять. По-своему. Если бы это был не свой. И Волгу, видимо, слил в чат кому-то. А кому я слил? Джек, я думаю, америкос все равно не знает, что за модель машины, поэтому. Where is my dirty car, да? Нам, ребят, нам туда. Без стекол. Смотрите, оба, может, мы сейчас тачку найдем. Ну смотрим. Да, УАЗик было бы клево сесть. Только у нас ничего нету. Чтобы починить его, если... Колесо ты сложил в Волгу, да? Да. Я ведь его из рюкзака еще выкинул. Говорю, надо колесо в Волгу сложить. Ну ничего. Волгу-то я нашел, кстати, вчера. Ну, для кого-то это 4 дня назад. И прокатали мы ее уже сегодня. Да, я спрашивал. Ну ничего, у нас есть другой сервер с тремя. Джек Шепард разломал ей стекла. Да, я все равно сделал ее непрезентабельной. Так, озеро прямо вот за этим холмом. По лесочку идем. Я опять не вижу Артура. Ну. Направо. Право руля. Еще правее. Я вижу его. Я тоже его вижу. Отлично. Меня все видят. Одну секундочку, пожалуйста. Давно вышечек не встречал. Вот между сериями много штук уже видел. Кстати, да. Черт, я хочу мстить, вот честно. Я просто хочу мстить. Нормально, как мы так все озеро могли оббежать? Мы умеем. Так, Джек Шепард, я тебя дожидаюсь. Заболотника убили. Бедный заболотник. Никто его не пожалеет никогда. Я вас немножко потерял. Я вижу тебя. А, вижу тебя тоже. Ну вот, Артур же бородач на меня смотрит. Да, Артур за кустом от меня спрятался. Обычно вещи прячутся за кустом. Да, обычно вот. Я шары долблю, а тут я только понимаю, где вы. А вы, блин, что-то... В этой серии вы уставшие. Чуть с вами.
Ну как уставшие? Мы после боевого, так сказать. Это палатка впереди? Да, это палатка, вон стоит разложенная на берегу. Кто пойдет? Да, удаляюсь. А, вижу, да. А, не, я со снайперкой, я не пойду. Я сбегу тогда. У меня ПБС-ка. Она одна там? По Артуру иди со мной, потому что у меня в рюкзаке все в еде, поэтому... Лутать-то все равно будешь ты. У меня тоже рюкзак. Осторожнее на берегу. Здесь где-нибудь мотоцикл. У прошлой такой палатки я нашел мотоцикл. Джек Шепард, ты где? Я бегу к палатке. Я тоже бегу. Уже выбегаю, меня должно быть видно рядом с водой. Присел. Я мимо здоровенного камня прохожу. Здоровенно. Все, я у палатки, ребят, не гасить. Угу. Я делаю скриншот, как обычно. Ой, коллекция. В ней что-то должно быть. В ней винчестер, бандаж, 5 патронов для винчестера и все. Какая палатка? Бандаж я беру. Бандаж взял? О, посмотрите, сколько у меня еды. Это просто супер. Да, бандаж взял, а больше там ничего брать. Ребята, не, я... Честер не нужен. Мне не нужен. Я что-то на минус морали, давайте вы решаете. Сколько у тебя еды? Я вообще не знаю, что у тебя еда есть. Уже там бегает. Фляги, давайте фляги. Можно фляги наполнить. Ты прикрываешь, да? Опа, 5 кусков. Ты как? Черт. Но я уже наполняю воду, тут никого нет. Это же очевидно. Очевидно ему. Так, поедим. Так, зашел в воду. Что-то у меня не наполняется опять. Все, вода. Все, заполнил. Вот фляжки полны воды. Почистил у меня рюкзачок такой вообще. Сукин сын, туда без сутки. Да, успокойся насчет Волги. Печально, конечно, но... Она все равно не наша была, она была убита, и нам не нравилось. Ну, мне просто я... серию будете смотреть? Я сказал, место-то проходим. Он говорит, кто тут ходит? Ходит. Да, Джек, какого хрена ты сказал, кто тут ходит? Это ты сказал. Это твоя вина. Меня ведет. Я убил человека, я открестился от своей вины. Еще больше виной. Нет, я спас наш отряд. Блин, кто тут пугает меня, булькает? Да, кто-то булькнул, действительно. Все, давайте бояться бульков. Так, Джек Шипер, ты просто на горе бегаю. Я бегу на горе и смотрю по сторонам, может быть, здесь где-то в канавке машинка есть. Я уже на карте посмотрел, машины здесь нет. А, точняк же. Так, ребята, видите меня. Ну тогда меня. Идем. А у Wheel of Lake что-нибудь есть? Нет, по-моему, решайте. Ну, может, мы все равно вниз идем. Пойдем. I will follow your lead. А потом мы оттуда поднимемся на... Джек Шепард, ты там убьешься сейчас. А я не собираюсь спускаться. И сам пошел. Короче говоря, Джек Шепард у нас сегодня ведущий. Популярный телеведущий, ведомый только. Oh, yeah. Когда я называл тебя ведомым, мне сказали, что ты ведущий. Что меня очень позабавило. Да. Ты как Валдис Пельш у нас. Итак, с вами передача «Угадай мелодию». Ваша передача «Найди украденную Волгу». Итак, Волга может быть в трех местах. Дамба Победы. Шустрили все, украденная Волга покоя не дает. Мне кажется, у нас есть план. Пошли на Дамбу Победы, ребят, предлагаю. Это нам сейчас в противоположную сторону пилить. Да. Может, там Хельм, дело... Хельм близко? Да, через него вместе Хельм пройдем. близко Клён. И вот мимо Клёна, мимо Черной горы можно к победе рвануть. Давайте через Клён пройдем. Я когда говорил Хельм, я именно Клёна имел в виду. Когда у меня угоняют машину, у меня только одна мысль. У кого бы угнать машину? Ну, кого бы убить, чтобы угнать машину потом? Ну, это у Джека. А куда мы сейчас идем? Мы идем к озеру. От него повернем чуть направо, поднимемся на горку, где есть квадроциклы, возможно, и палатки. Оттуда мы пойдем, обойдем весь Красностав. Ну, вокруг него. И поднимемся к Дамбе Победы. Как и сложно. Мы закончим серию. В Дамбе Победы, ты думаешь, мы поднимемся за одну серию? Че бы нет. От самого берега и до... Хельму не пойдем, да? Тогда идем прям к Лёну. Жаль, этих уродов, извиняюсь, компаса не было. Могу тебе дать компас? Нет. Был? Нет. Был.
Так если Артур взял. Вот именно. А, блин. Сволочуга, капец. Я тут, ну, круто, как я буду вас вести без компаса? Я постоянно, мне приходится... У тебя GPS есть. И чё, что у меня GPS, он знает? У тебя на GPS есть указатель. Да, куда ты смотришь. Точно. Я понял, мне надо понимать, ну я понял, что куда я смотрю, а куда мне бежать, по какому направлению, вот это. Джек Шепард, ты тупишь или мне кажется? За мной бежите. Мы тебя потеряли. Я вижу, кого я вижу. Артур, это ты? Да. Сейчас, подождите, ДМР-ку разрежу воздух. Где он? На дорогу выходите. Хорошо. Дорога. Да. Волгу, конечно, жалко. Она была убогенькая, медленная, кособокая. Но она была наша. Она по всем статьям лучше шестерки, кстати. Ну, она по одной статье только не лучше шестерки, тем, что шестерка лучше нее. Ну, шестерка здесь, крутая. Если будет зомби-апокалипсис, тебе пригонят какую-то страшную машину, хоть она будет единственная в городе, ты скажешь, та, я не поеду. Я в DayZ на шестерке катался, поэтому как, она как не минимум Mercedes. Народ нас замучился уже поправлять, что это не шестерка, а тройка. Хотя, по-моему, не это важно. Все равно шестерка. Это шестерка. А, ну, мне кажется, кто-то писал, что им шаха легче выговорить, чем тройка. Смотри, вон дорога. Он, Джек, про какую дорогу именно ты говорил? Она здесь одна. Нет, она здесь не одна. Я за шестрилой бегаю. Ну вот, мы вышли на дорогу. Карту откройте. Проселочная, да? Ну. А, я вижу тебя на дороге. Ну, как вижу, я вижу тебя на... А, да, и тебя теперь тоже вижу. Ну, вы сзади, да? Ну, ты вот сейчас убегаешь от нас. Я стою. Это точно он? 100%. Ну, с ДМРом стоит. Присел сейчас. Пойдем. Шепард, не первый раз уже ты теряешься. Что ж ты убегаешь, кстати, от нас? Вы ребят. Давай, погнали. Так, нам вот сюда. Мы, как правило, присматриваем, если кто отстает, то ждем. Все окей. Угу. Нам далеко бежать? А, да нет. Ну, я думаю, ты пойдешь в палатку лутать. Вместе с байками. Ты чего, у меня еды много? Ну, блин, тебя крыть. Набрал с моего рюкзака. Квадрики, они же там под елкой, да? Да, там три дерева и между ними квадрики. Но после того, как я показал это в гайде, это было уже почти месяц назад, квадриков там, как правило, нет. Квадрик вообще, я бы не сказал, что больно сильно нужен, он двухместный. Он идеален для именно вылазок поохотиться. Пошел в аэропорт, убил парня, снял с него все, поместил в квадрик, поехал, отвез на базу. Угу. Так. Квадроцикл шестрилы, да? Быстро и четко. Этот же ж еще. Как же, блин. Мотоцикл, он побыстрее, чем квадроцикл. Его можно перевернуть. Если... Ну, квадроцикл, если упадет, нельзя переворачивать, а мотоцикл, если перевернется, можно взять. Моя вообще розовая мечта — это велосипед. Я хочу велосипед. У него бензин не кончается. Их же тысяча. Я знаю, но я не могу найти. Да, и зомби. Велосипед, он неубиваемый. У него не кончается бензин. У него скорость 50 км в час. Давай пошли с ДМР. Пошли? Да. Я одного сниму, ты второго. Я просто хотя бы раз в жизни снял. Хорошо, стрельни. Давай дыхание. Выбираю пока цель себе. А третий? Давай ты по-стоящему. А третий Артур? Нет, Артур вообще отдыхает. Ну, третьего вместе. Ну, вон, который вдалеке идет. У Артура 27 патрона осталось. Ты которого пешком идешь, да, стреляешь? Да. Мне на Shift зажимать или как? Правую кнопку зажимаешь. Ты готов? Раз, два, три. Там с детства еще не видишь. Ой, я выше цены. Головошот. Бежит. Бежит. Угу. Остановился. Сниму сейчас. Или нет? Нет, уже не снимешь. So close, so close. Все, он бежит. Шустрее, давай ты. Не попал. Убил. Хорош. Шустрее, не попал, я убил. Да. Да. Я знал, что когда-нибудь день настанет. Зря ты так. Сейчас вам придется нас убить. Чтобы свидетели не осталось. Хотя бы на один выстрел в жизни, да, но они лучше, чем я.
Так, это запомнили их местоположение? База, вот этих, я так понимаю, никто не собирается даже. Но я поднимусь. Прошло мнение, что, блин, у меня 9 FPS, а у меня же 5 свободных ячеек. Что, когда ты хоронишь людей, ну, или зомби, они появляются сразу же. Они появляются быстрее, только когда мы идем оттуда. Что такое? ДМР магазин 2. Как прям для меня. Артур, ты с вышки не упал только что? Нет, я вообще на вышку не поднимался. Я здесь, позади тебя. Бандежик, бандежик. О, вот у меня патрон для ДМР, просто круто. Видишь меня? Нет. Где он? А, вон сидит между этими березками. Проверь. Ай, блин. А, господи, блин. Он тогда от меня на факторке, так спрятался у Зеленогорска. Так, пойдем. Человек-береза. Блин. В рогатке спрятался. Так, кто ведет это? У нас Джек Шепард спереди? Да. Окей. Ну сколько? Потом 5, наверное, я потратил. Да. И даже 3 рожка северного требуют. Давайте набирать скилл. У нас бегать-то много по стрельбе практики. Не так, чтобы. Да, вот на таких местах, на вышечке, где всего 3 зомби, можно потренироваться хотя бы. Я вот вообще сейчас первый раз... В следующий раз будем долго ждать, потому что дыхание, оно долго приходит в себя. Да. А на снипе это прям вообще беда. Кто это так ломится? Мы оба. Нет, один спокойно бежит. Второй стерит. Сейчас уже оба нормально. Там был звук типа... Вот так. Типа того. Мы уже почти, уже почти. Справа какой-то кружочек у меня на GPS. Не знаю, что он значит. Просто деревья. О, так мы уже на клёне, господи. Да, мы же близко. Не ожидал. Сейчас через десок пройдем. Не ожидал, да, что Джек нас клёна выведет. О, не ожидал. Джек Шепард, помнишь первую серию, где мы кругами ходили? Я могу Артур тебе дать морфин, прикинь. Да-да-да, нет. Подожди, нет, я же его использовал, мне написано. Не, погоди, ну если ты ходишь, если он тебе не нужен. У меня есть морфин. Я понимаю, но написано, что у тебя кость сломана. А, все понятно. А я на шустрилу наводился, мне писали, что give морфин. У меня 12 тысяч крови. Ну, я тебе полностью залил, да, конечно. Так, ну вот она, горочка, ребят. Классно. Так, в общем, я иду, вы прикрываете. Стрелки ворошиваются. Ну, по-моему, как раз с той стороны, где квадрики заходим. Опять я пушечное мясо. Я же как Кенни, да? В каждой серии. О, господи, они убили Кенни. В комментах тоже так кто-то писал. Да. Правильно писал? Блин, у меня в машине столько рожков было на КС, а теперь у меня 21 патрон. В этой машине было все. У нас рожки в запасном лагере есть на КС. Ну, так-то да, там их полно. Поэтому всегда хорошо иметь запасной лагерь. Там никаких дальномеров не было? Нет. У ребят. И нет, ПНВ нет. Не было? Было, я взял. Ты и ПНВ взял? Да. Пока не спросишь, не узнаешь. Это же нормально. Главное взяться под шмок, а потом уже задавать вопрос. Так, вы заняли позиции, занимайте позиции. Давайте побыстрее начнем снимать ночные серии, у меня будет много просмотров. Так-то да. А то все время говорят, вот, как так у вас будет кого-нибудь ПНВ, тогда снимайте. Но тачки на карте не палятся, значит их тут нет, в общем-то. Можно по этому посмотреть. Может, они когда только полностью починены, они показывают. Нет, они вообще по так. Бараш. Здесь, судя по всему, вообще ничего нет. Зачем ты снял то видео? Простите меня. Люди должны знать. Здесь палатки есть. А, нет, этот камень. Или палатка. Да камушка это. Нет тут. Следующая остановка дамбы победы. Так, ладно, ребят, видите дальше. А ты? Ну куда? Да, все правильно, бежим по прямой. Джек Шепард у нас самый запакованный боец. Поэтому бежит первым. И поэтому умрет как-нибудь по-тупому. Ну, конечно.
В армии только так и получается. Да. Это да. В армии мало таких красивых моментов, когда бежишь и внезапно падаешь там, сшибленный ударом снайпера. Или там вертолет такой из-за горы залетает и тебя снимает. В основном все дохнут, потому что зомби прошел сквозь стену, сломал ногу. Или там из-за того, что... Упал, да. Да, или там, я не хочу появляться в Каменке, я хочу появиться в Черногорске. Ага. Респаун. Я хочу появиться в Черногорске 5 минут. И так каждые 5 минут появляешься. Вводимый прикол про 5 минут. В стриме смотрел, там они на, блин, на УАЗике, по-моему, ехали, сколько там человек, наверное, 10 минут сидело. Может, больше. Такая клевая машина. Давайте мы ее найдем. Или кого-нибудь убьем и заберем. Так как них... скажешь, так и будет. Какие вы кровожадные. Может, договоримся по совести, то есть наставим ствол, скажем, выходи и снимай с себя вообще все. Отличная идея. В яйца, да. Ага. Кровожадные были. Так, плотина победы. Да не, дофига бежать. Плотина. Плотина, плотина, дамба. Мы сейчас на Черную гору как раз поднимемся. А зачем нам? Мы же уже были на Черном озере. На Афроамериканском озере. Слишком много, да, всего. И на Афроамериканскую гору мы сейчас поднимаемся. Ну тогда не будем подниматься. Чуть-чуть. На Черной горе не появляется вертолет? На Афроамериканской горе, Артур. Там вертолет не появляется? Палит корректный. Теперь у нас будет не Артур Блэк Сильвер, а афроамериканский Сильвер Уфа. На Роге появляется сейчас. Рог у нас далеко, нет? Ой, да дофига как далеко Рог у нас. Ну ладно. Блин, я, по сути, нас должен был вести. Вот Пуп Иван, наконец, я увидел снова. Короче, Рог где-то у нас... где там Погоревка, Рогово и прочее. Помню, где там. Я не понял, Артур теперь нас, да, ведет? Да, Артур что-то вперед рванул и сел в камень. Ну, я же не буду просто посередине поля останавливаться. Хитер. Бобер. Хитер. Моя паранойя меня еще не подводила. Так что там Spec Ops? Крутая игра, говоришь? Ну, неплохая. Как игра, она так себе, средняя. А мультиплеер там есть? Мультиплеер есть, но я даже не смотрел и не буду. У меня на батлу-то времени нет. Ну, а там типа батлы? Ну, нет, такое. Ну там, в общем, как объяснить. Это очень похоже на гирзы. Ну, короче, там сюжет неплохой такой. Неожиданно. Для вот именно что шутера от третьего лица. Ага. А в остальном все вполне себе стандартно. Пушки скучные. Пушки мне там не понравились. Футуристические какие-то? Ну, не футуристические, а американские. Но они как-то бабахают неинтересно. Бывает же, вот, прям в шутер играешь и прям бабахает так, что хочется гасить их. Но они что-то пиу-пиу-пиу такие. Как-то не так. Чёртов лес. Нормально. Игра же про лес. Это Черногория. Чё ты ещё? Чернорусия, вернее. Черногория. Кстати, сборная по футболу. О, зевать начал уже. Эх. Не приставайте к больному человеку. К черту. Что вы делаете со мной? Да, ну вы серьезно что ли деваете? В скольких квадратах мы от плотины? Надо как-то много. Квадрат справа от нас красное здание, входное очень далеко. Один квадрат 100 метров. Мясо кому-нибудь надо, слева ходит вон мясо. Но... У нас вроде есть жатвы, у меня много. Я лично нашел где-то, не помню где. Что сделать дальше? Так, я пошел возьму с него мясо. Так, Джек, постой тогда. А вот здесь вот от Красностава по дорожке наверх, там ничего не может быть. Я не знаю. Что за дорожка наверх? Кто бежит? А, вот ты побежал как раз убивать кабана. Маньячина. Раньше я убивал зверей, да. Теперь я убиваю людей. От Красностава по дорожке наверх? На острове, что ли? А, ну вот... Да, на острове. Вот видишь, там дорожка, она заканчивается, когда домик маленький. Может, там машины нет? Сомневаюсь, честно говоря.
Нет, там ничего, мы же там 100 раз были. Мы проходили, когда ходили от Дамбы Победы. А, все, я вспомнил теперь это место. И, кстати, Дамба Победы, оказывается, не так уж и далеко. Да, она рядом, я же посмотрел еще, когда мы на аэропорту были, она туточки, прям туточки. Есть, кстати, мнение, я на это очень надеюсь, что украденная Волга сейчас именно там. Почему? Потому что на Дамбе Победы всегда всякие дилетанты оформляют себе базу. Поэтому мы туда идем с двумя ДМРами и с Артуром. Так точно. У нас есть человек, который умрет первым. А это значит, что успех просто... 100%. Это значит, что враг подумает, что он получил преимущество, а мы его убьем. Ничего себе ты придумал. А кто там смотрит на траву сидит? Я? А зачем? Нравится? Во имя чего? Так надо. Пойдем? О, так, вышка. Все, готово, потушили, да. Все. Да. Чего вы потушили? Я бегу, я уже до вышки. Ладно, я как всегда про слово почил, ребят. А, квадрат на карте... Да мы примерно видим. 29-104. Я вижу вышку. Всегда я видишь вышку. Не отставай. Я не отставлю. Я хочу лутать ее. Лутай ее. Я бы лутал тебя полностью. Выходите, чтоб я лутал. Ой, 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 ой. А-а-а, за мной бежит зомби. Я бегу к вам, вы его убьете, потому что у меня ДМР в руках. А у меня в руках М9 без патронов, который ты мне всучил, Джек Шепард. У меня ПДВ. А, либо АКС-74 с 21 патроном. Нет. А, ну я бегу к вам, убивайте его как-нибудь. Как-нибудь. Ты его видишь, Артур? А, у меня ресивинг, я зачем-то карту открыл. Я бегу, нет. А, я вижу, нет, ты стоишь, тебя зомби ест. Убей его! Ресивинг! Мне кажется, я сейчас сдохну, мать его. Сколько жизней? По-моему, я убил 10 его. 10 штук. По-моему, нет. Нет, по-моему, он меня бьет еще в спину, ну! Ну Джек подожди! Шепард, ну почему ты не отошел-то от него? Ну подожди! Шустрел, мне стрелять нет. Киллер, да не надо, вообще. Вот ты бы меня потом посмотреть, я все 6 раз не попал. Да я понимаю, это сервер такой просто. И хвост, и гриб. Джек Шепард тоже, вообще. Когда я при смерти был, он стрелял по зомби, тут не хотел вот падать. Вот видишь, маленький Джеки, когда ты ходишь один, у тебя проблемы. Да пошли, разводи костер, у меня 6 кусков мяса, их надо жарить. О боже, когда я там его жарил, ты не мог. Не знаю, убиваю зомби. Какого хрена ты творишь? Второго убиваю. Он жив, а нет, упал. О, там еще селянин бежит. Чувак, это все, конечно, очень весело, но блин, тут дорога. А ты с ДМР начал. Я не понимаю, зачем ты это делаешь. Так, я пока перевожу. Я пока разожгу кастрик. Да, вы там сами разбираетесь, я пока поставлю себе Коль 911 на место. Side weapon. Да, потому что М9, я думал, у меня патрон дадут, но что-то как-то, судя по всему, никого нет. Так, я развел кастрик. Джек, иди сюда. Где? Будем жарить. Наверху? Да, в лесу. Там куча зомби к нам идут медленно очень. Ну, медленно, ты успеешь. Джек, зачем ты нашумел? Я не знаю почему. Ох уж этот Джеки. Так, ладно. Он создает нам экшен. Чтобы мы не скучали в лесу. Джек Шепард просто не в тонусе, похоже. Экшен вам создавать. Да нет, что-то я не знаю, я просто... Блин, он меня спалил как-то вообще непонятно. Я... А, так он тебя спалил. Я думал, ты просто стрелял. Нет, я не стал просто стрелять, блин, там трое было. Я... Джек Шепард, что у тебя по оружию? Почему ты из ДМР стрелял? А, потому что у меня ДМР в руках был. Почему не из М9? Нас сейчас слышали от самой плотины Победы. О, а между-то прочим, так-то и есть. Пусть знают, что мы идут. Все, я иду к вышке лутать. Пусть знают, что мы идут. Костер да. Тушить будем, нет? Да, конечно, будем. Если он горит, я не смогу развести следующий. А, ладно, туши. Хотя дождь идет. Ага, это ни на что не повлияет. Это в армии 3, я надеюсь, будет влиять на что. А интересно, они будут делать размывку там дорог, грязевых? Вряд ли. Ну это уже фантастика сама. Да, это на грани фантастики. Едешь так по оффроду, грязь мечешь, как на Дарштормне. Ну хотя бы стрел. Я. Где Джек Шепард, а? Я к вышке иду, ребят. А где вышка? Сейчас тебя кто-нибудь пристрелит, Джек Шепард. Вот здесь вот, в деревьях.
Я у дороги. Вот здесь вот хороший ориентир. Вниз смотрите. Джек Шепард. Бей, Артур. О, вижу вышку, да. Вижу я. Ну так давай, иди, чувак. Я ляжу на пляжу. До мороженого лежу. Драться пузо. Лежим, пожрём, полежим. По-моему, это долго. По-моему, черт, это безопасно. Рядом населенный пункт, и, насколько я помню, это же Зеленогорск, нет? Да, это правильно. Красностав. А, Красностав, точно. Ну, да, город. В общем, там город. В Красноставе постоянно какая-то движуха. Ага. Вполне возможно, что сейчас там на опушку кто-то забегает. Вполне возможно, что весь Красностав еще так же услышал. Ну, Красностав-то точно услышал весь. Mm. Да еще раз с ним дадим отпор, если кому-то что-то. Не хотелось бы отпор больно давать никому. Да справа только что-то. Нас украли Волгу, ребята. Волгу. Да я сам в шоке. Я... А вы что-то, ребят, не хотим никому мстить, не хотим никого убивать. Ты не поверишь, как я хочу убить. Я понимаю, Артур сейчас с температурой простужен, сидит, и ему вообще ничего не надо. Я хочу. Артур, похоже, самый благоразумный. 500 человек. Вы палитесь. Ну, здесь Джек есть палится. АКХ. АКМ. АКХ. Есть патроны к нему? А, это АКМ. АКМ. С двумя рожками. И тут еще что-то рожок от чего. Он нам не нужен. А, станак. Но АКМ станак вам не нужен, да, значит? Нет. Точно? Угу. Блин. Может взять меня, потому что у меня один рожок. Два рожка. И АКМ-шка сам. А, ну да-да. Выбираю. У нас, по-моему, есть еще два рожка АКМ. Ладно, нет. Рожки легче найти, чем АКМ. АКС, вернее, с коброй. У нас поэтому... есть АКС с коброй. С рожками. Ну, это мой. Это мой АКС. Джек? Я вижу. Ты нужен нам. Я что знаю. Ты видишь, Джек? Я вижу зомби рядом с тобой. Куда мне идти? Назад отходить или куда? А, отходим ли, чтобы стрелять тебя? В сторону Дамбы Победы. Вдоль дороги, в сторону Дамбы Победы. Как и так. Я не понимаю, куда вот. А, все, налево, значит, да. Mm-hmm. Налево с вышки спускаешься и налево бежишь. Не в сторону дома, а в противоположную сторону. Я слышу трактор. Возможно, у меня за окном. Но у меня вроде тихо. Нет. Как будто трактор едет. Где? Ты колесики еще перекатываются. Вот это Артура вижу. Да. И я тут не где? Знаю, не, по-моему, это был. Я он перешел с другой дороги. Все вижу. Все, идемте. Нам сейчас чуть правее взять. Ладно, в принципе, меня утешает мысль в том, что мы потеряли всего одну машину, но нашли мы. GPS самое главное нашли. Да, GPS, PNV. И вернулись к нашему старому знакомому лесу. Да. Трактор просто без нас, березонька. А здесь нет березонек. А что у него знакомого в этом лесу? Деревья. А, в смысле, опять в лес забежали? Я думаю, этот лес, именно вот этот конкретный какой-то знакомый. Ну, ты должен быть помнить. Помнишь, когда мы... Ты был при смерти, я бегал, искал тебя. О, это было офигенно. Зверюшку побегал. У меня было 4000 жизней. Угу. Джек Шепард полчаса бегал, там зверюшку искал, она не появлялась. Потом убил ее, пожарил, я поел, наконец, мне стало лучше, и сервер рестартанулся. Не-не-не, мы сохранили, мы начали серию писать, прошли 5 минут, админ написал, что сейчас буду дисконнектить серв, то есть перезагружать. Ага. Мы такие, ну ладно, что, нормально, пробежим, мало ли, вдруг не выключится. Он вырубает серв, мы заходим снова, у Артура стоит так же мало здоровья, зверушек опять нет, нету мяса, нифига нет. И я пошел снова на охоту. Нет, ты пошел тогда просто, все, от компьютера, и я тоже. А, да нет, мы, по-моему, нашли, тебе здоровье восстановили и вышли потом. Не. Да-да-да. Не-не-не, да-да-да, не-не. Ну, вроде хотели выйти. Ну ладно, в общем, это было все за кадром. Хотя нет. Я могу, я и Джеку тоже могу морфин дать. У меня мания кому-то дать морфин. Чё-то тут не то. Нарколыги. На этот наркодилер, да. Вколит нам такой, бегите, бегите на встречу судьбе. Черт, камуфляж было бы неплохо. Ну да. Чувствую себя голым. Не знаю, мне такая одежда больше всего нравится. Ну, потому что она привычнее всего нам.
Потом возьмут, как в корейский ММА начнут вводить, типа, хочешь шмотик покрасивее, плати денежку. Не, такого не будет, только не в армии. Но я бы вот хотел кастомайз, потому что модели просто в редакторе их бешеное количество. Но не все подходят именно для армы. Они по большей части военные. А вот такие вот, чтобы... Тут даже вот из этого PMC дополнения, из которого вот эта модель, она единственная такая, это техник, инженер. А там еще есть оперативники, они ездят на черном додже, огромном джипе, с пулеметом сверху. У них наушники и обвес полный. Ну а так они, в принципе, так же выглядят. Поэтому их не стали делать именно из-за наушников. Но я бы хотел, конечно, себе такое в наушниках, прикольно. Так, я, в принципе, по памяти бегу. Сейчас нам туда нужно. Вон там мы где-то костер в свое время разжигали. Да я за Джеком иду просто. Да-да. Вот в этом вот лесочке. Ему-то виднее. Не люблю поле. Поле. Я в этом поле, кстати, чтобы на нем мы столько зверушек убивали. Вот на этом поле, да, это поле крови, поле боли. Гринпис нам этого не простит никогда. Ага. Никогда. А слева кто-то стоит, а это барашек. И рядом с ним что-то лежит. Пропалить-то бы в прицел это. У кого? Я извиняюсь. А, барашка, корова. Представляете? И чё? Она же есть мясо. Я понял, да. Нормально все. Я сам знаю, что много мяса никогда не бывает. Ну, вы сейчас просто шуметь будете на подходах. С ПБС шуметь. Ну, да. Ты будешь ПБС тратить на... Да не буду, уже не буду. Ну, у нас сейчас... Поле, да? А, да, уже... Еще сейчас... один кабан, да тут просто поле живности. Сочно, вкусно. Так, ребятки, давайте-ка мы в лесок вот сюда, потому что мы уже подходим. Сверху ли по кран как раз? Я уже вон край крыши вижу. Бестрол ярзу. Я опять сейчас у нас... Нет, это у меня. Я бы закрыл окно, но в 34 градуса на улице это как-то... И в 38 температура тела, да. Как-то... Но... Плюс 4? 34. Думал, тебя плохо слышно, шустрел. Да, а, тебя плохо слышно. Просто гораздо лучше. У вас там сколько? Зомби нету. Ну, я думаю, 30, да у меня, как у тебя. Тоже где-то 30-35. Отлично. Так, где на плотине круто. Они нычат машины? А, нам нужно перейти плотину сейчас по нижней стороне. Они, по-моему, там на опушке где-то нычат. Вон где-то вон правило. Там наверху, ближе к краю карты, да? Идем, я уже знаю. Так, шустрел. Далеко пошел? Я спускаюсь по горочке вниз. Под дамбу идите. Дамбу и с нижней стороны. В амбар вот так не будем пока, да? Да что там, там найдешь несколько консервов, может быть. Слушайте, а у меня температура 32 градуса. У меня 34. Почему мы замерзли? А, в дождь же ушел. И мы все выкинули хитпаки свои, кроме Артура. Сейчас скоро около костерчика тогда да. По этот. План костер. Ты мне скажи лучше, где Волга наша? Сначала план костер, не уходите далеко. Так, есть. Подходим, ложимся, греемся. Бзз, как я замерз. А! О, хорошо-то как. Хорошо. Это мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. Господи, Сиси, я ждал этого момента долго. Как же хорошо. Главное, слышь, подвинься, это мой костер. Все, награда спрятана. Сейчас кто-нибудь смотрит с плотины победы на это. И думает, стрельни. Внимание, беду трех парней. Принято. Что они делают? Они лежат пузом на костре. Блин, я, в принципе, конечно, могу чуть-чуть подвинуться. Такие, как это, как тараканы, да? Это мужицкий дождь. Аллилуйя, дождь из мужиков. Вот так вот. Во, как хорошо. Во, три головы как раз. Не, Артур там вообще теперь... А теперь Артур полностью, блядь. Это как пингвины, когда там у них на Арктике или где-нибудь. Вот это вот. Это пойдет выпуск в кадре. У меня лицо горит, ребята. Они забиваются тоже так в кучу. И по очереди в серединку, то есть перемещаются, чтобы теплее было. И вот так вот греются.
И у нас так, есть тоже паучек. Посмотрим, как размножаются индивидуумы, да? И как греются в условиях. Эй, не подходи ко мне, размножаются. Я хотел сказать греются, но что-то. И Артуру сейчас дуло прям в глаз поткнул. Дуло в глаз. Бери оружие. Это опасно. О, а теперь вы друг другу с дулами смотрите. Опа! Опа! Этот самец кемпера вступил в брачные игры. Это моя территория. Рогами сцепитесь, идиоты. Мы это самцы сражаются за территорию. За самку. Да. Я не самка, нет. Да, именно. У меня калашников лучше ничего не говорите. Один самец атакует. Это, по-моему, самое дебильное, что было вообще в серии. Так, ну у меня 40. 40. Ну, 42 надо. О, он по дороге догонится. Мы с тобой в окне лишь. Всё, пойдём. Обломили. Холодно. Как холодно. Штуколп. Штуколп. Так, ищем нычку, они тут могут быть за каждой веточкой. Ну где-то вот здесь они могут быть. Я знаю самую пятую нычку, сейчас мы дойдем. Давай. 41 минутка как раз. Найдем все нычки и. Угоним все машины. А, нет, найдем нычки, потом закончим, потом угоним все машины. Карус коннектед. Я бы тут на карусе погонял бы. Видите, сейчас очень важный звонок. Да, алло, ребят, мы тут сейчас серию снимаем, надо подогнать тут 4 машины, как минимум. Да, на Дому Победы. Ты звук забыл выключить. А, извини. Черт, чувак, ты палишь нас. А чё, реально, вертолет такой сейчас подлетает, скидывает на нас груз. Да. Как Just Cause, да? За кадром. Не только как Just Cause, как Nemesis оружие с патронами кидали. Ох, Nemesis вообще злой какой-то, я не знаю, как его можно было в такой игре сделать таким злым. Я его в Resident Evil 3 убивал, там, 12 патронов Magnum, а тут я в него всаживал 500 тысяч патронов с крупнокалиберного пулемета. Ты про Resident Evil Operation Raccoon City? Да. Господи, ты играл в это? Да. Чувак, а мне кажется, тебе нужно сходить в церковь и смыть себя грехи. Нет, мне кажется, палец. Ему даже понравилось. Да. Не знаю. Я не смог это играть. Не будем навязывать. Блин, я бы даже сыграл в нее по. Кто-то капрофил, кто-то зоофил, кто-то в Raccoon City играет. Получает удовольствие. Raccoon City. Какие у нас под конец серии стали остроумные. Да. Так, ну, разогрелись на огне, да? Нету никаких нычек, короче. Есть, мы еще не пришли даже, куда нам надо. Там именно там, загад. Там редко кто бывает. Что значит вряд ли, я знаю. Там бывает редко кто. Потому что там редко кто бывает, там и нычка может быть. Чего хорошего в Operation Raccoon City? То, что зомби стали снова медленными. Может быть, название само, да? В них интересно стрелять? В медленных зомби, конечно. А то, что у них никакой реакции практически на выстрелы. А зомби как? С оружием, в них интересно стрелять? Сразу начинают идти атаковать тебя. Кто-то идет не в ту горку вообще. Это Артур. Я просто хочу от вас подальше держаться, вы по полю бегаете. А если... Тут, в общем, если кто-то есть, то мы уже трупы. И он нас видит. Так что нет смысла конспирироваться. Ну, вы трупы, а я нет. Он видит всех троих, если он сейчас видит. Я, по крайней мере, в лес еще могу быстро убежать. Вот тот лес, куда ты бежишь, давай там тоже осмотримся. Мы сейчас вот по хребту пойдем наверх на мы горку, будем там... в лесу, где люди не уважают Operation Raccoon City, а Шустрел пойдет в лес, где его уважают. Так, а я сейчас пойду и там найду в лесу, в котором уважают. Так он не найдет такой лес. И найду просто не найдет машину. А вы не найдете. Ну твоя машина будет, знаешь, скверной покрыта. Не будет. Не будет. Она будет классной. Классно. Так, Петросяна, никто ничего не видит? А. По-моему, да. По-моему, тут ничего нет. Больно, очевидно. 4 снайпера на пригорке с баротами, я считаю, нормально. Больше ничего нету, да? Привет, друзья. Печально. Так мы еще даже не добежали до нычки. Чего вы? Раньше времени. Блин, я думал, что-то увидел, но это была ёлка. Я ведь тоже думал, что увидел, но увидел, что это был козел. Бывает. Блин, наверху там как будто бы человек стоит с какой-то этой. Вот так и с ним всматриваться. С какой-то барреттой, да? Да. Ну не, как будто бы человек какое-то ведро держит.
Блин, как быстро при беге выдыхаешься. То есть пить опять по новой становится охота. Ага. Умотаться же сюда машину везти. Это ж просто. Да ничего сложного. Представляешь, если... это какую-нибудь шаху сюда закатывать. Шаху-то да. Вот так вот. А вот Офроуд или УАЗик, так-то нет. Че, ты добежал до своей нычки? У нас тут голяк полный. Почти. Но здесь хотя бы приятно находиться. Что-то приятно. Но... Чистота, порядок, никого нет рядом. Да, никаких фанатов Resident Evil Raccoon City. Вон ты бежишь. Я снимаю тебя. Я бы попал, конечно, в жизни никогда. По мне попали. Так, вон там слева наверху что-то нет, блин. Что ж такое-то? Все время кажется, что я что-то вижу. Как пустыня. Я почти на месте. Вот это всего лишь шаг. Я сейчас раскрою все патроны. Только не говори, что мы вот этот километр сейчас зря бегали. Сейчас. Но там автомобиль. Должен быть готов к этому. Ну, я ничего не вижу. Блин. Так, нет, ничего нет. Нет, ничего нет. Давайте как заступимся наверху горочки. Все, дальше, так понимаю, конец карты, там уже совсем как-то бедненько идет. Угу. На детали. Ну вон там внизу, да, ты смотрел? Я, да, тут вот за этой горкой обычно в лесочке стоят такие мишечки. Так, давайте там тогда что-то. Такой явный закончим. Конец карты, вон там он растут, елки тут резко прекращают. На той горе. Так, стрел. Дальше все, придвигайся к нам и закончим. Я думаю, тут дальше смотреть нечего. В следующий сет уже. Я вижу одного из вас и бегу к нему. А, вижу двоих из вас. Да. А в следующей серии мы уже начнем, когда отбежим из этого пустого леса. Да. И когда сядем в новую нашу машину. Может быть, подождем. За кадром. Да, начнем потихоньку говорить зрителям. Спасибо за просмотр, за то, что смотрели нас, за то, что сопереживали нашим приключениям в этой игре, да, нашим потерям. Так, все, подожди, постой. Все, сидим. Я тебе переложу. Мне кажется, он опять с меня лутает. Да я тебе наоборот переложу твое. Лутает он. Где он меня лутает? Он меня лутает. А, нет, я передумал. Оно у меня в элиспаке. Не получится. Я так и думал. А, ну ладно, давайте завершим на этом нашу серию. Она была довольно-таки интересна, в принципе. Была волна попу боли по поводу Волги. Пока. Пока-пока. Вкусной булы. Всем пока.